у попередній серії. Вам доведеться змагатися за життя. Прошу. Та-да! Анечка, я вас прошу віддати армійський жетон. Сьогодні. Хто в армії служив, то в цирку не сміється. Нам потрібно викорінювати вашу незграбність. Ви маєте звабити чоловіка. Це треба, щоб у нього встав чи що? Олай! Я відмовляюся виконувати завдання. Щотижня школа панянок допомагає дівчатам позбутися вад, які заважають розвиватися. Але спочатку їх треба виявити. Для цього у пацанок перше завдання. Йдемо по торговому центру, думаю, блін, куди ми йдемо? Відімо цей конвертик. Панянки, будь ласка, взувайте ковзани і гайдай на лід демонструвати свої навички ковзання. Я очень обрадовалась, я вообще это дело люблю. 6 лет на коньках стою. Будем паровозиком ехать. У меня, естественно, блин, паника. Нет, у меня ни настроения, нифига. Щоб усвідомити проблему, потрібно побачити її глибину. Випробування з ковзанами має показати, як дівчата керують своїм тілом. Це капець, що там сильно скользкий. В натуре такой скользкий, еще какие-то коньки такие неправильные, они мне так в ступню давили. Ты понимаешь, что ты сейчас будешь выглядеть настолько нелепо, а то типа дохренища людей, все ждут и реально начинает колотить как-то. Я думаю, что я со стороны смотрюсь как медведь. Блин, в этих лосинах позорище, обтягивающее, фу. А как поворачивать, как поворачивать? Вперед! Три или четыре раза одна и вернулась. Я, ну, вроде бы я хотела в одну сторону, но все равно меня в другую сторону, поняла, короче. Девочки, бросайте друг друга, давай. Я ничего не видела. Тут слышу такой дыдыщ. Я подумала, мужик какой-то хлюпнулся. Поворачиваюсь, смотрю, Дашка упала. Наша дура выше всех. Я просто единственное боялась того, чтобы не одели никакой корсет, потому что как бы я не хочу пропускать испытания, не хочу пропускать урок. Если я сюда пришла, я уже хочу уже идти, ну, то есть до конца, как бы там больно и тяжело бы не было. Ничего, нормально. Ну, слава богу, у нее все в порядке, спасибо, зарядки, короче, все дела вот это. Короче, мы стояли, вот это понты колотили, молотили, такие все деловые. Хоп, выходит дамочка на лед с кавалером. А потом я уже ближе, понимаю, что это, короче, наша фреймут. Думаю, мать царица, что творится? Это мы, короче, должны будем повторить, девочки. Сплем три раза, а то и научишь. В натуре я скажу, я... Не могла просто представить, что она еще может на коньках кататься. У меня аж мороз по коже, такий лебедь був, ты что? А он ее как поднимал, у меня аж сокращалось все на свете, все, что могло было сократиться. Я думала, боже, у нее ж трое детей, что ты робишь? Думаю, блин, позови на место. Она ни в каких там танцах со звездами на льду не участвовала. Да.
Та ні, вона просто разнообразна личність. Це не то, що ми гоп-стоп ага. і сидимо пиво п'ємо. Вона всьому тёрла нос. Вітаю вас, дівчата. Здравствуйте. Кожного тижня ми з вами намагаємося боротися з якимись вадами. Так. Цього тижня я вирішила, що нам потрібно викорінювати вашу незграбність. Я не знаю, що це було незграбно. Я хочу, щоб після того, як ви вийдете з цієї школи, ви знали, як рівно тримати спину при будь-яких обставинах. Згорблена спина, вона просить патика. По любасу, буду тут это, вибивати наш горб, може ти палкою. Який б не був страх в душі, як би не було життя, рівна спина і нейтральне лице, яке називаю покерним обличчям, допомагає справити правильне враження. Нам, короче, на этой неделе необходимо стать более грациозными, уверенными и менее неуклюжими. На это, по-моему, вообще розовые сны. Тиждень буде дуже цікавий. Ваша програма насичена, попереджаю. І одразу після ковзанки я запрошую вас до наступного випробовування і уроку. Ви готові? І поїхали на следующее задание. Початок тижня показав, що у дівчат надто багато комплексів. Тіло не може рухатися легко, якщо воно затиснуте страхами і нелюбов'ю до себе. Аби ми змогли здіагностувати проблеми учениць, їм доведеться пройти складне психологічне випробування. Стоять за три коробочки, короче, такі зав'язані з ленточками, думаю, такі подарки будуть класні. Хопся, тру за тими подарками Егорка виглядує, наш секретур. Маю для вас повідомлення. Милі панянки, сьогодні на вас чекає по-справжньому особливе випробування. Ви станете натурницями. Ні, це ми будемо сидіти, а нас будуть рисувати. В смысле? Голой? Голой? Она мне надо. Так он у нас есть накидки, девки. И все, походу. Ты понимаешь, что в коробках лежат трусы и лифчик? С этого момента я вот просто стояла, вот так вот слушала и понимала, что этот день будет для меня провальным. Не надо, не буду я надевать такую дрянь. Мало того, что жирная, так еще давай телесные труселя, вот это все и людям показывай. Полуголой сидеть перед кем-то, чтобы он тебя рисовал, а дома на это все смотрели потом. То меньше хавай. Зачем ты так нажираться, а потом я не буду вдевать, я толстая и так далее. Ну ты же в купальнике ходишь. Я не хочу, я не буду. Дарян, пожалуйста, не трогай. Надевай, рисуйся. Ні, що значить надівай рисуйся? Це ж, мабуть, іспитання, а не просто так. Ну, іспитання іспитаннями, а мені вдома потім ще жити. А, ну так може домой треба йти? Ну, може і треба. Ну так іди, значить, задрала, все. Може, вони думають, що я слаба, що я нічого не зроблю. Я подумала, що я попитаюсь, покажу, що я хоч чуть-чуть можу щось. П'ятеро чоловіків-художників малюватимуть дівчат у стилі ню. Їхнє завдання – красиво спозувати і відкинути. У вас сьогодні іспит з грації та витонченості, тому прийміть якомога витонченішу позу. Накидку зніміть, будь ласка.
думаю, в чому тут зараз подвох? Потрібно ще бюстгальтер зняти. Ну, здрасте. Я лифчик не собираюсь снимати, а що, на Україну ще сиськи не показував? Ні. Ні, ви не плутаєте еротику і мистецтво. Я не люблю такі іскусства, я такою хренью не увлікаюсь. Будете прикривати свої груди, це не є обов'язково. Просто що... Ви знаєте, що ви всі мені получите, якщо я зараз стану так, я отак от сіськи. Ні-ні-ні. А отак от прикривання буде ідіотське. А це тільки два варіанти? Ну, а які ще варіанти? Ну, які? Багато різних варіантів. Так, що варіанти? Чудово, чудово. Думаю, так хрен снім, сяду тут і говорю, на Наді, посмотрите! Треба було ще й труси сняти, може би було б поінтересніше картина. Рисуйте, коротше, все, я вже все робила, давайте! Ось так пойдете, да? Прикрити, так. Отак, да? Ну, тільки витончені. А, бачиш, ти вже, то спочатку говорить, сніми, да. Тут я вже розійшлася, говорить, вже прикрой. Нога затекла, так, в принципі, нічого сложного. Я думаю, що не всі дівчатки справляться. Ботан, я на 1000% уверена, що вона провалить це завдання. Я не буду це здіватися, я не сніму це. Ви бачили картини відомих художників? Так, да, я бачила картини. Що вас бентежить? Я стесняюсь. Із свого тіла, і того, що я не знаю, того і от цього всього, і лівчик на мене маленький, і потім мене люди побачать. Я не хочу, я не буду цього робити. Нам цікаво не тіло топ-моделі. Нам интересна простая, естественная женская красота. Я им предлагала и так в плаще стать, и так, и в позу Бэтмена, и в позу римлянина, и в позу кого только это мне предлагало стать. Нет, надо раздеваться. Прекрасно. Все, классно. Вот, ну, короче, я сначала просто отпустила эту тряпку, потом ее в итоге сняли. Я вообще в шоке просто от твоих форм, Катя. Меня слезы душат, я еле сдерживаю, чтобы мне хотя бы не дергаться, вот, чтобы просто слезы текли, а не вот эти вот рыдания. Какая грация? У меня грации в помине никакой не было. Зараз потрібно зняти верх, прикритися рукою. Та я не буду. Мені на надо, серйозно. Я відмовляюся виконувати завдання. Не надо мені таких картин, я лучше вон натюрморти буду вешати по всьому дому. У нас завдання ню. Ні, я знімати нічого не буду. Ну і нам не треба така грація, я не можу зрозуміти. Не бачу в цьому доцільності. Перед якимось роздіватися, то на самом деле, я ніколи не думала, що це так нелегко. Слышь, я леді, понятно? Леді тут при всяких тупнях галяється. А я ломалася, шо***ка стояла. Будеш прикрита просто. А що тобі треба? Ти мені говори конкретику одразу, а не з поворота заходи. Що ти хочеш? Я зняла тебе лівчик. Зніми, будь ласка, вверх. І ми почнемо малювати. Ну, зняла лівчик, тому що екзамен. А що мені вилетіти із-за такого екзамену? Цікаво, він мене такий товстий рисує. Я їм хотіла всім руки поламати, ноги. Взагалі, я хотіла всіх убити там. Да, швидше, у мене пальці поломані. Мені тяжело держати сіську. Хто взагалі таку роботу придумав? Які натурщиці? Хай проститутки рисуються натурщиці. Все? Да. Я стояла пальтога, що я ждала? У меня уже начинается по лбу водопад из переляку. Ну ладно, сняла уже эту штору, кинула. Ну все, рисуй,
Катюше быстрее, как-нибудь. Ще треба зняти ще одну деталь. Це, в принципі, что? У нас має бути топлес. В смысле топлес? Я вообще не поняла, ну, шутить чи що, знаєш, думаю, дурак, що ли, рисую же. Мене нічого там рисувати, розумієш? Ти ж художник, ти ж можеш представити, у тебе ж фантазія, ого. Представ, що я без лівчика, от на минуточку. Це мистецтво. Ми 6 років малювали голову натуру. Думаю, ну как-то надо собраться с мыслями, господи, сжать эти зубы, сжать эти кулаки. Сюда ж то пришли меняться. Зараз треба, щоб поза була якомога пластичнішою. Для цього, можливо, о, це вже краще. Боже, быстрее, пожалуйста, я вас умоляю. У меня не настолько идеальная фигура, чтобы ее там рисовать. Во мне все не нравится. Ноги, руки, живот, щеки, все. Потрібно зняти верх. Смысле? 5 мужиків сидять, а я буду лівчик знімати? Во їм нафиг. Зніміть, будь ласка, бюстгальтер. Що? От це молочний ряд тобі показувати. Ні, я не буду нічого знімати, я ж взагалі вам рабиня, ти що? Ні, це іскусство. От що я там стояла, це іскусство. Виріком, ви мене фотографируєте, я вже, так? Так як ви фотографуємо художники? Щось многі люди, які цього не розуміють. К примеру, я не понимаю, вот, чтобы женщина там была голая, ее, блин, рисовали дебилизм. Для того, чтобы мы малювали, так будет краще. Иди нафиг, короче, думаю. Задубав, снимаю цей, короче, лівчик. Короче, я позу встала, короче, думаю, фу, делай, что уже хочешь, нафиг. Ви все прикриєте руками, ми відвернемося. Давай, радуй, ви теж всі. Сіла телефончик, сіла і отак закрилася і сиділа. Ну давай, не розводи мене, рисуй і все, і хватить. Якою ти себе бачиш на картині? Коротше, як пожара, гарбата і так далі. Ну, я думаю, що Рубенс був би задоволений. Хто-хто? Можемо закінчувати. Все? Так. Я просто вибіжала оттуда. Не було в натурі, ні по собі. Ви перша дівчина, яка не була такою сором'язливою. У вас є досвід позування ню? Я не маю. Я просто приймаю своє тіло. Ось все. Я вважаю, що для тих, хто от стісняється свого тіла, це буде дуже хорошим уроком. Іскусство – це не пошлість, я вважаю. О! Цікавитись мистецтвом? Діна не просто цікавиться, вона й сама трішки художниця. Я люблю рисувати в основному пейзажі, природу. Зараз я не слишком много виділяю своєму творчеству. Я як-то постійно по тусовкам, і поэтому як-то вместо розвитку произошла так велика деградація. Мне очень понравился сам процесс. И поэтому я как-то даже не задумывалась о том, что там, как я стою, типа, что они видят меня обнаженной, еще что-то. Не надо стесняться. Задание есть задание, его надо выполнять. Это как в школе. Домашнее задание выполнила, оценку получила. Вот так и здесь. Если бы у меня была фигурка 90-60-90, я бы там стояла, наверное, в любых позах. А еще второй полный размер сисюлек, и было бы вообще... Хорошо, хоть не на Хрещатик вывели, и то рады. Доброго дня. Угу, привет. Я не буду в это раздеваться, и чтобы вы там рисовали. И, ну, я не буду, серьезно говорю. Дивіться, ви зможете все прикрити руками, знімати потрібно тільки верх. Ми не будемо підглядати. Какой верх? Лівчик знімати, що ли? Ну. Та ні, я тим більше, ні, не буду я вот это делать. Серйозно тебе говорю? Знімай сам все і рисуй сам себе. Мені не треба вот это рисувати, серйозно. А чому така реакція? Потому що, как, ти що, ти хто мені взагалі? Яка тебе різниця, чому мені така рихся? В тебе іспит з граційності. І це... Я не граційна, окей? Я була уверена, що я уйду. Але потім я думаю, якщо я зараз не здам цей екзамен, то моє місце може зайняти просто хтось другий. Залиштесь, будь ласка, в білизні, у всьому, тільки ну, без накидки, так як на пляжі. Thank you.
Людка, чому ти така сором'язлива? Фе, не трогай мене, пожалуйста, хорошо? Нарисуєш, скажеш, я уйду і закроюся, все, і не трогай. Когда я вот стояла, вот, я понимала, що сзади 5 мужчин. Я себе чувствовала незащищенной, наверное. Была такая история, что двое мужчин было, вот, и... Ну, и они двое меня изнасиловали. Они меня запихнули в эту маршрутку. Сначала один, а потом они поменялись еще. А потом вышвырнули еще, как котенка. И... Вот. Ну, после этого момента, наверное, я веду себя как маленький ребенок, потому что я знаю, что маленьких детей не обижают. Это вообще самый худший экзамен, который вот за прошедшее время был. Кошмар. Я думала, що я змогу прикритися от цією вот простиню. Ага. Бажано накидку зняти. А можна мені вийти? Я не буду. Я не буду. Я не могу раздеться, ну, потому что ну, мне принцип не позволяет, ну, я вам серьезно говорю. Під час таких випробувань за лаштунками завжди чатує психолог, бо реакція дівчат може бути несподіваною. Ну, я не хочу туда идти. Вот поверь мне, это безопасно. Я даже не хочу проверять себя там. Я боюсь этих всех мужиков, не хочу. Почему? Если эти все разделись, ну, типа, ну... Я этого не понимаю. Для кого-то искусство, для кого-то это, ну, я сказала нет, значит нет. Ну, потому что, ну, мне принцип не позволяет. Даже на пальцах одной руки можно пересчитать, с кем я целовалась, а не спала. Ну, как бы, ну, я, для меня это было дико, ну, как бы, ой, Господи, сейчас опять плакать буду. Я слабачка, я не хочу. Один з проявів граційності – це вміння віртуозно володіти мовою тіла. Своїми рухами, пластикою, жестами тощо. Тому ми і приготували для дівчат провокативне завдання. В такому заведенні і без шампанського. Скажи. Согласна. Я не знаю, для мене вся ця неділя була настільки голімою, що я не чекаю нічого хорошого. Весь факт. Сидим в платьях, на каких-то диванах, в каком-то баре, клубе, ресторане, не знаю, что это было. Заходит пан Бурлуцкий, вот такой вот выглаженный, напудренный. О, Боже. То есть не просто так мы сюда пришли. Хоть бы мне сейчас не пришлось по караоке, вот там раз дрова, два дрова, три дрова співати. Вітаю, шановні панянки. Ви маєте гарний вигляд. Я бачу, як ви змінилися. Дуже красиві. Оскільки цей тиждень полягає в тому, щоб ви демонстрували грацію, сьогодні на вас чекає дуже цікаве завдання. Ви маєте звабити чоловіка. Ні. Маю? Ні. Да ну. А я зразу подварилася. Потому що... Ну, мені треба, блін. При цьому не використовуючи слів. Лише ваші погляди, пластика, жести та міміка. Правильний, красивий, естетичний, я б сказав, флірт з чоловіком – це прояв жіночності. І ми хочемо перевірити, чи дівчата гідно пройдуть це випробування, чи опустяться до вульгарщини. Я вообще что-то хотела сразу плакать. Думаю, ці мужики вообще нужны. Хто дійсно викличе симпатію нашого експерта та й отримає відзнаку. Завдання зрозуміле? Так. Вообще-то я замужем, как бы я не могу знять какого-то левого мне мужчину. У меня с мужем никакие не отношения. Мне он не интересен. Спокойной ночи, зайка. Любимому, мой единственный. Спокойной ночи. Идем гаситься. Це надо, чтобы у него встав тишу. Я не пойму.
У мене ніколи такого не було, щоб я когось соблазнала, там, чи ще щось, бред якийсь, коротше. Та мені взагалі страшно спати з кимось, ну, з хлопцем. Я не знаю, мені страшно із-за того, що це больно, ну, так мені дівчата казали. Так, накрутила, може, я себе. Ну, я не знаю, я не можу, покажу. Do you hear that boom from a mile away? Дівчата працюватимуть в парах. Оцінить їхні старання не абихто, а професійний психолог. Експерт із стосунків Марк Бартон. Ту дівчину, яка проявить більше жіночності, він пригостить коктейлем. Ви можете, в принципі, починати. Я сиділа і улыбалась, ну тупо, потому что шо, если ты не можешь ничего сказать? Хотелось бы видеть пластичных, грациозных львиц. У меня сразу какие-то такие пошлые мысли пошли, ну как, мужика цепануть, короче, ну блин. Не, ну 18+, честно. И шо там жесть, ну можно показать, типа, или привет, ну, его знать. Ну и что, я, короче, убрала вот так вот, ну, типа, волосы сухо. Он говорит, о, молодец. Если ты общаешься с мужчиной, который тебе действительно нравится, будет очень правильно, если ты поправишь волосы, оголишь шею, ухо, для того, чтобы он обратил на себя внимание. Вот так, да. Ну, думаю, если молодец. Як приємно отримати похвалу. О, боже мой, боже, что же делать? Начинаю смущаться. Там что-то по ноге себе погладила. Думаю, сейчас выгляжу так нелепо, хоть бы не засмеяться. Настоящая женщина может взглядом увлечь мужчину, да? Посмотрите на меня так, чтобы я понял, что вы чего-то хотите. Тут я сразу поза идиота, знаешь, такая. Если вы хотите расположить мужчину к себе, все ваши жесты, мимика, они должны быть достаточно открыты. Ты посмотрела на меня, опустила глаза в пол, еще раз посмотрела на меня. Когда мужчина осознает, что женщина не пытается смотреть ему в глаза и пересмотреть его, он чувствует себя самцом. Такой, я мужик. Я просто вожу взгляд, думаю, чтобы мне заржать, капец, короче. Ты контролируешь свои эмоции. А вот если бы, допустим, ты улыбалась, как Карин, да? Вот так, видишь, ты таким образом показываешь мне, что ты расположена. Мы можем просто поулыбаться, правильно? Нет? Просто ты не привыкла общаться с мужчинами таким образом, чтобы им нравиться. А если я, вот, допустим, положу свою руку, тебя это начинает смущать. Никаких претензий, дядя, я не имею, просто мне это все не нравится, типа, я не воспринимаю этот конкурс. Меня не покидает страх того, что я прекрасно подхожу на роль общажной подружки, но в дальнейшем я не подойду на роль девушки. Секрет флирта с мужчинами для меня находится за 7 замками. И это неподъемный груз для меня на данный момент. Вот, а сейчас вот ты трогаешь шею свою, видишь, так очень приятно. Хочется подчеркнуть вот свою утонченность какую-то. Я смотрела на тот мохито и думала, я надеялась, что там есть водка. Отвечаю. А сейчас ты начала облизывать губы. Показываешь мне, что ты, в принципе, наполнена страстью. Я думала, пришел мне просто губы пересохли. Ну ладно, пусть будет как будто специально. Я знаю, что мужикам это нравится.
А если ты еще при этом смотришь куда-то в область ремня, представляешь, ну скоро. А Даша? Ну, я была в шоке. Я сидела вот там вообще, вот такие, ну, такие натуре глаза по 55 копеек. Села ему на руки вот это вот. Я так не делаю вообще никогда. Сесть, не знать мужика, сесть ему на руки и лаять его тут. Ну, это же все игра, правильно? Ну, фу, я хотела встать, вообще уйти. Ну, в принципе, ты делаешь достаточно... Все правильно для того, чтобы мужчину затащить куда-то в соседнее помещение. Ну мы же игру играем, он же сказал играть. Я играла как хотела, так и играла. Слушай, а что мне делать? Ты можешь меня подругать? Сидели, сидели, короче, думаю, так, в одній позиції не інтересно сидіти. Начала так йому по коленку, так і ти, короче. Ми знайомі? Ти просто можеш мені кивнути головою, та ми зараз ще не знайомі. Мені якось, чесно, я і сама не поняла, що я зробила, коротше. А що вона зараз робить, як ти думаєш? Заботиться обо мені. Мужчинам подобається, коли о них заботиться. Твої прикосновення і жести, вони більш відкриті. Тобто в них багато такого неприкритого сексу. А на самом деле він такий був симпотний. Мені він понравився. Ну, симпатія є. Ты можешь меня взять за руку? За пальчик, видишь, ты боишься. У меня чешется нос, у меня разлазится платье. Я не знаю, кто ты такой и что ты от меня хочешь. Ты мне показываешь, что ты прячешься от меня. Вот. Ты пытаешься спрятаться вообще от всего, что здесь происходит. Это поведение помешает тебе в будущем выстраивать даже какие-то деловые отношения и связи налаживать. Короче, раздражает вообще хрень какая-то. Я, честно сказать, не представляю, чтобы она там соблазнила, короче, батон батоном. Давайте мы будем подводить маленький итог. Да? У вас безумно много женственности, да? Вы уверен на 100% умеете соблазнять мужчин. На тебе, Лера, мне вот единственное, что я добавил, это больше открытости. Вот тебе вишенку на тортик добавить, а тебе немножко перчинки, вот просто поразительный эффект будете производить на мужчину. Наш девиз не победим, возбудим, но не дадим. Катюш, давай мы сделаем исключение и попросим объяснить тебе, почему ты так себя ведешь. Потому что просто чувствую себя с каким-то цирковым клоуном. И я считаю, что вообще практически все, что вы сказали, очень сильно притянуто за уши. Вот. По какой-то причине, мы сейчас, к сожалению, не сможем выяснить, по какой, вы не верите в себя, не верите в свою значимость в этом мире. Я думаю, нужно убирать эти скрепки эмоциональные. Мотивации ноль, желания ноль, и женственности тоже ноль. Я просто сдалась. Отдам коктейль тебе. Результатами ми не задоволені, тому що дівчата постійно впадали в крайнощі. Вони або комплексували, замикалися, або перегинали палицю. І я можу сказати, що жодна з них зараз не володіє мистецтвом красивого, шляхетного флірту з чоловіком. Тим часом на столі вже чекає незвичний сніданок. Для пацанок це перший крок до здорового харчування. Заняття на цій неділі очередной раз підтверджує, що любити себе – це добре. Но заботитися о тілі можна і нужно. Понятно. Ням-нямка. Короче, ну идем в хорошем настроении на завтрак. Что это за детская посуда? Настроение сразу испортилось.
Я так ждала, что будет там, я не знаю, блинчики какие-то, запеканка, чаечек. Вижу листья салата, всякую эту хрень, блин. Эти тарелочки вот такие. И с кукольного домика этот ножичек, который не режет. Ой, в смысле, я говорю, ничего не режет. Фу, это так воняет. Малина, морковка и салат. Капусты много какой-то непонятной, листьев. Вот то, что коровам накрыли, короче. Будем сейчас худеть. Справжняя панянка есть, значит, пташечка. Ну, я не пташечка. Я такая, если пташечка взлетит, она больно упадет вообще-то. Вам дозволено спожити стільки їжі, скільки помістить у вашу тарілку. Господи. Нет. Боже, какой ужас. Я тою виделкою тикаю, що не можете яйцо взяти, короче, думаю, нафиг, короче, помидоры руками, все руками, короче. Девушкам нужно научиться довольствоваться маленькими порциями еды, а не такими, как они привыкли. Мы предложили это попробовать в несколько утрированной форме. Да, это что попало, блин, я не наемся там. Дуже сильно мало, я не наимся. Не, я такие завтраки не понимаю. Я люблю нормально сесть позавтракать. Даже под водку за кусом не годится в то, что нам дали, отвечаю. Вот, кстати, еда НЛО, мне кажется, подходит. Она все, что связано с травой, любит, поэтому как кушает, забирай. Я кушать хочу, я в натуре сейчас буду плакать. Не, вам смешно, но я есть хочу. Мой попугайчик больше ел, чем я сегодня за завтраком, на самом деле. Мне до сих пор бурчит в животике. Присоединяйтесь к нам. Как завтрак? Как в лучших домах Лондона. Что не нравится? Вообще все не нравится. Вы как себя находите в отношении вашего веса, внешнего вида? Все же было нормально. Зачем вы так вот? Нам необходимо научиться есть маленькими порциями и лучше 5-6 раз в день. Если вы хотите есть мясо, значит, нужно есть мясо без углеводов, без хлеба, а с овощами. Почему нельзя шаурму? В шаурме лаваш без дрожжей, листья салата вот эти для козлят, мяско вкусненькое, ну как бы и огурчик, и помидорчик, и перчик, здоровая ж пища. Из-за стола нужно вставать с чувством слабого голода, это обязательно. Я хочу есть, и мне все равно, я хочу нормально есть, чтобы я наедалась на целый день. Это не основное желание вообще у человека. Я не знаю, что она мне рассказывала, я не могу воспринимать людей вообще и их речи эти, понимаешь, когда я голодная. А почему такая раздражительная? Потому что я хочу есть. Вы же не одна, Маша. А вы заостряете внимание на мне. А потому что вы стараетесь все время перебить, а вы единственное это позволяете себе. Я считаю, что Маше нужно питаться такими порциями, потому что как бы у Маши вот этот живот, и как бы, ну, не знаю, как-то надо за собой чуть-чуть следить. Карина. Шоу, Карина. Вы голодны? Да, я голодна. Я не наелась. Съешьте еще морковку и можете использовать растительное масло. Да. Честно, ну, в натуре, блин, какая диета? Оно мне не надо. Фигура и пропорции – это ваше личное уважение к своему телу, не общество. Запомните, мы есть то, что мы едим. Так как нас тут кормят полупокерскими морковками, так мы скоро вообще похудеем все, как НЛО будем. Чай хотя бы можно с сахаром? Да, пожалуйста, но без сахара. Ложку меда отдельно вне чая. Спасибо большое. Спасибо вам. Не надто приємний для пацанок ранок дієтологією не закінчився. Я решила немножко задержаться и проверить, что происходит у нас со стендом. Подкрался незаметно. Уже 3 тижні ця вітрина з алкоголем – цілодобова спокуса для дівчат. Егор, принесите стакан. Говорит, типа, Егор, типа, иди попробуй водку, бери на выбор. О, Господи, помоги ему ту руку поставить на правильную бутылку, чтобы он сейчас хряпнул нормально и валился спать. Пані Дюденко, лучше не надо. Це вода.
Не поняла. Ну, на туре даже и не скривился. Девушки, объясните, это действительно вода? Это совершенно не смешно. За нашей витриной соблазна ведется постоянное видеонаблюдение. Девушки наивно решили, что если выключить камеру, то их преступление останется безнаказанным. Кто приложил к этому руку? Блин, по-честности, я так по-честности. То есть, скажи, я. Кто-то еще участвовал в этом процессе, Марин? Я не знаю, я не могу сказать. Вы за себя говорите? Я за себя, да. Если есть, то скажу сами. Ладно, я пила. Я тоже выпивала, но в плане наливать и брать нет. Ну, выпила, да. Пила так же. То есть Даша, Ксения, Марина. Маша, вы участвовали в процессе или организатором были процессы? Ну, мы бухали, что? Думаю, блин, я это не ходила к стенду, я знаю, но, блин, все равно я же не буду всех подставлять. Понятное дело, что мне придется признаться. Я тоже выпивала. Ну, чуть-чуть. Кто еще? НЛО, выходи. Давайте следить за своими словами. Я же говорю, я выпивала, я уже сказала. У нас есть принципы, есть правила. Я приготовила девушкам наказание, которое покажет всю пагубность алкогольной зависимости. Получается, Маша же, я же говорю, не увидела того, что я вышла за Ксюшей. Кто еще? Я тоже попила. Ну, чуть-чуть. НЛО, выходи. Я же говорю, я выпивала, я уже сказала об этом. И она решила, что я вышла только после того, как она наорала на меня. Из-за этого у нас произошел конфликт. День, что такое? За что меня было бить? А кто тебя ударил? Кто меня ударил? Вы не видели? Маша ударила. Смотри, вырвала мне кучу волос. Ну жалко, серьезно, жалко было. НЛО просто себя захищала. А Маше, получается, можно ей что ли посылать, а НЛО что нельзя, чи что? Як Маша, так и вон. Вы постоянно мне грубите и пытаетесь, начинаете мне всякое... Так а что ты сейчас, я тебе говорю, не разговариваешь? Я так же разговариваю, как всегда разговариваю. Да нет, ты не так же разговариваешь. Слышишь, я тебя сейчас еще раз, сука, ляпну. Да себя ляпну. Я тебя ***ала. Чомоль, говорю, так. Ты меня достала уже, себя ***ала. Она мать за мать, именно. По-нормальному, завали, она начинает сразу материться. Это по-нормальному? Ты меня выводишь. Отвечай со мной нормально. И общайся со мной нормально. Ты со мной, как быдло-то вонючее. Да ты и есть быдло-то. Я стараюсь контролировать, стараюсь. А в какой-то момент я начинаю просто, ну, вот так вот вываливать, потому что у меня уже, типа, нервы на пределе, то, сё. Я никого не пытаюсь провоцировать. Ну, я не хочу терпеть грубость. Дівчата не встигли продовжити сварку, адже мусили відбувати покарання. Дівчатки будуть збирати бутилки в парку, які стали такі ж некультурні люди, як вони самі. Грам, дівчатки! Топки за літруху водки так відгрібають! Давайте розділимося. Дві з тої сторони, дві з цієї сторони. О, де скільки тут бутилок? Якого хрена ми оце дешні вбирати, цю хернату? Ого, вже три. Чотири, бачи. Ну, було працівно вот это вот все убирать, вот эти все бутылки, потому что особенно в том заброшенном здании. Я больше водку со стенда никогда не буду пить. Отвечаю. Это не стоило того, чтобы вот так вот ходить позориться, извини меня, да? Вот эти 50 грамм. Возле урны люди, свиньи, галимые. Ну ты что, пивень, не можешь подойти и сделать вот так? Приезжаем, девочки, и все выливаем. Приезжаем к нам, выливаем
бутылку, берем, скидываем в пакет все бутылки, выкидываем, и на этом алкоголь и сигареты. Если я решила бросать пить, да, ну не пить, то есть мне не надо знать, чтобы в моем доме стоял алкоголь и провоцировал меня, вот и все. Честно, очень сильно жалею, ради трех стопок, извините, пойти и чтобы тебя отчитывали, на самом деле это очень глупо. Лучше бы я этого не делала. Добрий день, а ви не ждали, ми приперлися. Дівчата, прежде чем лізти на этот столик, подумайте. Знаете, что мы делали, как вы думаете? Белили сото, красили, штукатурили. Ага, мусор, собирали бутылки и пачки с сигарет. В парке. Пошлите, короче, возьмем со стенда все, выльем в унитаз и выкинем бутылки. Туда поставим цветы, чтобы нас больше ничего не провоцировало. Просто это будет мой первый шаг к тому, что я больше за рюмку не возьмусь. Ну, это правильно, я считаю. Додумалась, слава богу. Надо было это сделать раньше. Девочки, дули-дули, до свидули. Пойдем и курим. Когда я выливала, мне не было жалко. Я выливала, отвечаю, мне аж какой-то камень из души вроде падал. Я своему ребенку пообещала, я не буду пить. Все, я не буду пить. Сейчас, конечно, они уже бросили, потому что уже нечего пить. Дівчата не мали права так поводити себе із вітриною. Вони прибрали спокусу з очей, замість того, щоб з нею боротися. Втім, нам так хотілося вірити у їхнє щире прагнення зав'язати з алкоголем, що ми вирішили заплющити очі на це самоуправство. Утім, єднання швидко закінчилося. Ввечері знову спалахнув конфлікт між Марією та Діною. Діна з Машою недолюбливає друг друга з первого дня, як ми тут. Що ти лезеш ко мені? Я що-то сказала, або що? Моня, нічого не сказала. Нічого на синуло давно тягнеться. На синуло я була і нормальна з нею, понимаєш? От їй треба, щоб постійно їй промивали мозги. Мені надоело таке відношення. Ти провокація. Кого я провоцирую? Ви заткнісь. Не трогайте, я обращаюся. Вона много лишнього говорить. Так ти, говорю, не провоцируй, щоб до тебе взагалі не обращались. Вона починає відкривати пасть, говорить такі слова, за які вона потім відповідати навіть не може. А мене це бесить. Хай отвечает за свои слова. Ты что, по натуре тупорылая или что? Провоцирует тебя. Тебя. Ты что? Я тебя говорю, что тебя. Не трогай меня. У Маши какие-то проблемы большие с головой, а Карина, ну это именно самый огромный лицемер, тут тварь. Ты просто лицемер. Завали. Ну, они решили, раз я физически слабее, значит, можно издеваться надо мной. Ты, пронюхала, прокурила свою голову, осёл, посмотри-ка. Слышь? Не надо, Маш, надо её, надо её трогать. Ну, сколько бы трогать? Она же маленькая, она же крохотная девочка. А кто ей виноват? Она базарит. Хай Маша бы её бы ляпнула так, чтоб... Всё. Все, слава богу, на ушах. Ну это просто уроды, лицемерные, лживые твари. Ничего, я не хочу отвечать на это, ничего. Да я не хочу больше терпеть это, не хочу. Они постоянно, каждый день, каждый день, каждый день. Я уже не могу терпеть такое отношение. Я устала. Тижня пацанки стали натурницями для художників. Така психологічна вправа мала виявити їхні комплекси. Настав час показати дівчатам їхнє зображення у стилі ню і подивитися на їхню реакцію. Зайшла, мені подобалась мулатка, мені подобалась Даріана. Дохожу я до своєї картини і... О, Господи! Знаєш, от це в історії, там в книжках є, а як з обезьяни в чоловіка прийшло, от одна із них.
я не хочу смотреть. Он вообще рисовать не умеет. Кто ему этот мелок дал в руки? Привет, Таричка. Здрасте. Что вы тут так незадоволены? Да, конечно, незадоволены, бо я не схожа, что он там намалював. У меня вот такие ляжки 18 размеров. Потому что леди, я не считаю, что должна оголяться перед всеми. Правильно. Але коли йдеться про мистецтво визнання свого тіла, можна дуже гарно себе продемонструвати. Я дуже хотіла, щоб ви вміли визнати себе такою, якою ви є. А якщо щось не подобається, в реальному житті виправили. Він сушлий. Я вообще стояла, думала о том, что этот, как этот меня некрасиво нарисовал, и мне хочется его убить. Ця вправа дана вам для того, щоб ви зрозуміли, що тіло, над ним можна працювати. Важливо, що ви собі подобалися. Я себе, конечно, обожаю. Самое красивое, самое лучшее. Я захожу в зал, вижу картину. Ну, блин, у меня ступор был. Чому ви спинкою повернулися до художника? Ну, мені стидно, я не можу. Чого стидно? Ну, стидно. Подивіться на ці довжелезні ноги. На мініатюрну талію, на тендітні плечі. І вам соромно? Да. А мені соромно, що ви себе не цінуєте. Те, що вам дано зверху. Ну, мені не подобається. Я не можу себе полюбить. От, блин, от все говорят, что у меня красивая фигура. От, не, моя фигура не нравится. От что мне сделать? Вы знаете, что вы красива. Не буду это говорить. Врать себе я не могу. Карина, вы сейчас скажете. Я не могу такого говорить. Вы должны это сделать, потому что я хочу, чтобы вы были переможцем в этом мире. Я красива. Все. Я себя люблю. Я себя не люблю. Да нет, это чересчур уже. Мне дуже шкода, что вы в себе не верите. Надо немного изменить там внутри что-то у себя, чтобы ну, я больше там себе нравилась как-то, я не знаю, чтобы полюбить себя. Мне нравятся вот эти широкие бедра, ляжки, все, вот это мне не нравится. Ну, типа, я, конечно, не ожидала, что меня нарисуют красивее, потому что, ну, как бы портрет, да, срисовали, но это то, из-за чего не хотела оголяться, потому что люди увидели бы это. Я никогда больше в жизни не соглашусь вот так вот кому-то позировать. Вот этот печальный опыт, который подрывает реально психику, он мне не нужен. Чему подбивает психику? Даже если бы меня на картине нарисовали самой стройной, то это все равно было бы негативным для меня опытом, потому что бы я смотрела туда, потом опускала бы взгляд на себя, сравнивала и понимала, что до этого мне еще такие ворачки. Пока я не избавлюсь от своих недостатков, я хочу, чтобы их не видели, а когда недостатки исчезнут, тогда пожалуйста. Коли вони зникати будуть ці недоліки? Ви дуже мудра дівчина, але на цієї мудрості вам не вистачає, щоб сприйняти своє тіло. Життя вам дало в такі обставини, коли ви вийшли з зони комфорту і зрозуміли, що у вас, кажуть, дуже багато комплексів, які вам в житті забороняють стати собою. Мені моє тіло треба, і я зможу довести його до ума сама. Далі. Абсолютно бажаю вам цьому успіху, Катю. Я, возможно, была резкой в некоторых словах и своих выражениях, но мне понравилось, что пані Фреймут не восприняла все это в штыки. Я шла и смотрела, и думаю, какой срам, серьезно. И у меня даже облегчение того, что моей картины нету. Я знаю, что вам было складно, найскладніше из всех наших учениц. Я не могу раздеться. Я даже не хочу проверять себя там. Завдання було вийти з зони комфорту. Ніхто не просив займатися якимись паскудними справами. Ви не справилися з цим завданням. І мені дуже прикро, що ви сприйняли це як спробу образити вас.
сформулюйте мені, чому ви відмовилися спозувати. Просто дискомфорт це не пояснює. Это не дискомфорт, это принцип, это то, что мне говорили, то, что мне доносили. Был один мальчик, но у нас же отношения 6 лет были. Я с ним уже встречалась, и он объяснял, типа, вот то можно, вот это нельзя. Я теперь не воспринимаю никого. Девушка должна быть с одним мужчиной всегда. И я это покажу. Але в житті треба розцінювати цінності і бачити, де справжня небезпека, а де її немає. А ви бачите навіть в наївному, невинному портреті спробу якось порушити вашу моральну цілісність. Я чувствовала дискомфорт. Вона мені говорила, от всі дівчатки оголились, а от ти не змогла. 5 пальців і всі вони різні, так же і люди. Я бачу порожній мольберт. Немає Валерії, хоча вона є. Вам не подобається дивитися на себе збоку. В цьому проблема. Любіть себе кожну мить. Это я. Вижу уже ту рожу. Та ну нафиг, це не я. Вообще жесть. Бомбас мой толстый. Та ну. Мне не нравится, короче. Вы профессиональная модель. Да, ну что-то тут пошло не так. Я где-то закомплексованная, мне кажется, все равно. Какая бы я там ни была. Вам казалось, что вы красива? Вас приймают как хлопца, кто-то там, только через то, что вы так себе подаете. Но на самом деле у вас купа жіночності. Про что вы мрієте? Я больше хотела быть актрисой, то есть там на сцене быть. Я хочу замуж. Значить, що ми для цього робимо? Ми не запихаємося котлетами на ніч. Ми намагаємося стежити за своєю мовою, тому що мова – наш паспорт. Якщо нам бракує знань, ми вчимося. Ми шукаємо собі інших друзів, а не тих, які нас тягнуть в смітник. Ми міняємо своє оточення. Ви дівчина сильна, ви дуже красива. І носитися з комплексами ну, вам не притаманно. Спасибо большое. А мне нравится. Сиськи только маленькие, просила же сделать побольше. Я б даже собі домой забрала її. Я дуже дякую за те, що ви довірилися і розслабилися, і у вас немає комплексів. Ну, з ними ще треба роботи. Я красива баба. Тут скривати. Ви любите своє тіло? Когда-то я вообще очень стеснялась, ну, потому что у меня нестандартная внешность. Вот, даже тут меня назвали НЛО. Девчата, вас НЛО назвали, можливо, через заздрощи? Можливо. А как у вас стосунки с коллежанками? Ну, мне дуже важко с ними знайти спільну мову. Я стараюсь. Ну, а получаю вместо этого, типа, непонимание, короче, со стороны. Ну, і мені дуже трудно, на самом деле, з цим справитися. Дін, вам вистачить сили йти вперед, попри негатив ваших колежанок? Вистачить. Хоч мені і сложно, ну, я розумію, що я повинна працювати над собою і самосовершенствуватися, вміти справлятися із подобними ситуаціями. Ви зможете. Боже, обнять і плакати. Мона Ліза. Яночка, чого так реагують? Ну, не можу я на себе дивитися. Ну, не знаю, не люблю я себе. Ви така, чи це, можливо, помилка художника? Така. Коли саме ви почали не любити своє тіло?
Я и сама себя изначально как-то не считала там суперкрасавицей. А когда человек, с которым ты там живешь, это говорит, ну, еще и эти всякие унижения. Физичну силу застосовала? За що, Яна? Я не знаю. Ну, йому так хотілося, мабуть. Він випивав і біл, коли йому хотілося. Я терпіла. Довго терпіла? Півтора року. Ну, я йому не могла дати здачу. Я просто боялася, щоб, ну, не закончилось это деревянным гробом. Терпець як увірвався? Батьки мої допомогли. Как ты знаешь, встряхнулась немного и вигнала его. Забудьте у тих телепнів, які говорили і дозволяли собі знущатися над вами. Вони більше не в вашому житті. Ви сама собі належите. Ви дуже красива дівчина. Я хочу убить все эти комплексы в себе и измениться ради своей семьи. Я хочу для своего мужа быть, ну, нормальной женой, грациозной. На цьому портреті, коли я на нього подивилася, я побачила налякану дівчинку. Я стояла спиной, вот если бы они мне лицо нарисовали, там было бы еще, возможно, нормально. Чому ви спиною повернулися? Много мужчин було ззаді. Не можу їм дивитися в очі. Не довіряю людям, може бути. Я вас прошу, який би там страх ви зараз не був в душі, ви зрозумієте, що те, що було в минулому, закопайте його якось, навіть собі закрити очі і уявіть собі, що ви спалили цей спогад, як щось страшне і погане. Можливо, взагалі порвати, так? Порвіть. Я его вот так вот хотела вообще, вообще очень сильно разорвать. Вам стало легче? Да. Вот мне как-то вот аж в желудке стало легче. Виживають тільки ті, хто вміє забувати йти вперед. Я вирішила влюблюсь в кого-то. В кого я ще поки не знаю. Вот. Ну, це потім вже буде, мабуть, коли-то. За ці дні пацанки дуже багато пережили. Весь тиждень дівчата вчилися граційності, і фінальне випробування покаже, чого вони досягнули. Для випробування вони стануть акробатами, повітряними гімнастками і жонглерами. Заходимо і бачимо цих всіх артистів. А у них типа как репетиция или шоу была? Тёлка на вот этой спиральке там крутится. Кто-то прыгает на этих скатах, такие, знаешь, большие такие. Здрасте! Навчатимуть пацанок цирковому мистецтву справжні профі. Я сюда. Як вам все? Я не знаю, чи це штучки. Я ж вижу этого бородатого, вижу его канаты, и сразу ж я к нему. Пляш, иди к нам, давай. А что тут делать? Не знаю, еще посмотрим, короче. Я пошла на этот канат длиннючий, потом так подумала, думаю, да не, моей тушей туда лезть не стоит. И пошла на жонглирование. Вижу, стоит с вот этими вот битами, кеглями вот этими, мужчинка. Только очки можно сбить битой себе и все. Вот. Я вот побезопаснее к нему. Руки расслаблены. Я подумала, что эти мячики, жонглерство это, что оно самое простое. Оно оказалось ни хрена не простое. Дашка, що там? А
А тут что надо делать? А тут летать надо. Ну, я только потом осознала, куда я пришла. На канаты. Я ж-то видела, что они внизу висят. Ну, я и думала, что внизу висеть буду. Я ж не думала, что мой центнер будет подниматься вот там вот высоко-высоко, далеко-далеко. Подожди, смотри, я правильно стою? Куда? Назад, тяни руки на себя. Чуть-чуть подтягивайся на ремнях, потом будешь ноги переворачивать. Я не перевернусь, ты что? Нормальную ж это жрала. Вот, ну как бы и вся жопа не закидывается туда. Нет, пожалуйста! Мне было очень страшно. Я не понимала, куда руку, куда ногу. Я думаю, сейчас все, сейчас как шмякнусь. Лучше бы я пошла на жонглирование, отвечаю. Делаем всякие такие фигуры на полу. Фигурки на мне. Корова, палец, дура, сломаю сейчас тебя. Это нереально. Снит. Да. На самом деле ее поднять, она нелегкая, я тебе говорю, она мне плечи там так подтаптывала. Это мне больно, отца. Маша возмущалась. Ну, короче, у нас маленькая была ссора. Завали, Маш. Будь ласка, припиніть цю недоречну промову. Та надо не п'ятками становитися, баран! Я нікуди не успіла, тому я прийшла на спіраль. Мені хоча б долізти туди. Ну, це нереально сложно. Мені мою туди, короче. Вона зараз як грохнеться. Мама! Спокійно. Не спіши. Ну, мені ніфіга не получалось, короче. Я не могла понять нічого, що там, як надо там этой крутити этой штукой. Боже мой, нелегка эта работа. Вона нам показувала, каже, носочки тягнуть круче, блін. Ну, не знаю, таке щось заморозило. Та не нафіг. Ні, не получається. Руки трясутся, короче. Я говорю, у меня ладошки потеют, ноги потеют, мне страшно. Ой, нет, не крутите только, пожалуйста, нет, не крутите. Ой. Один раз чуть не упала, второй раз чуть не упала, третий раз чуть не упала. Что такое? Эй, НЛО. Страшно. НЛО. Ты чего? Да блин, ты падаю постоянно, забываю, какую руку. Я тоже не помню, куда шел. Да все будет нормально, чего ты? Просто если забыла, уже выкручусь, хотя бы вот так сделаю, и вот это уже будет четко. А если я во время выступления соскользну вот это, и я навернусь там, это же будет вообще крах, провал и какой-то ужас. Че нафиг плакать? Все получится. Це найскладніший тиждень для Діни. Чи зможе дівчина опанувати себе і виступити під куполом? Тут сам начинаешь переживать, что все получилось у них, правда? Никто не впав, никого б не тив тигра. Выхожу. Полнейший ступор. Я все забыла просто. Что я должна делать вообще? Так, двумя руками ухватиться, куда ухватиться, что делать? Главное, не отпускать руки. Потом я, а какие движения? А что? Я просто забыла. Хочется ее поддержать, она так не впевнена в себе. Я начала чисто импровизировать. Она быстренько присела.
Дякую тебе. Спасибо. Ну, я считаю, что я справилась средне. Ну, я как бы поборола свой страх, но если оценивать, типа, как бы по технике, у Марины, например, намного лучше получилось. Сложно там же равновесие, начина, а старается, очень сосредоточена. А мрія буде акторка. О, Боже. Я трошки поскользнулася, але я все одно далі пішла. Сильно понравилось вообще. Я такий адреналін получала. Мені хотілося ще, короче, чесно. Молодець така. Прийшла таким ще пуп'ятком, тепер розкрилася у півоні. Дуже гнучка. Це круто! Це рано, дівки, вообще. Представте, що ви як будто просто на репетиції, і все. Дівки, я вкажу, отак. Просто моя мечта збулася, я була в цирку. Йолки-моталки, цей купальник, йок, Макарьок. А що голенька була, серйозно говорю. Я от покажу отак, отак. Ліра. Валерія дуже комплексує щодо свого тіла. Думаю, треба ж нормально вийти, ну не як звичайно, кацалапий мішка. Я ж і носочок, і судорога схватила. Яка ситуація, ніби вона забула вдома ключі і треба лізти через балкон, щоб відкрити вікно. Воно, падло, крутиться, ну серйозно, і так сильно розкрутилось, що капець. І у мене одразу от паніка така. Ой-ой-ой, це не... Я ж ту ногу підняла, короче, і така отак. І думаю, як же больно. Немножко неуклюже. Тут красиво. Тут мені подобається. Ой, голова закрутилась, анемія. Ой, який поклон цікавий. Як утолення. Я чесно сказати, якщо б мені сказали, повторила б я б не повторила. Вийшло, ну чому-то, як звичайно, почали або ноги трусяться, або руки. І як-то воно ні туди, ні сюди. Коротше, один раз упала, другий раз упала. От таке, що попало, вийшло. Это все? Ой. Я даже не знаю, не думаю. Лена, что ты забыла? Это самый швидкий номер, який я бачила. Это может быть стекловою. Может, мы вам крутим. Юля думає, що таким хі-хі-ха-ха у нас добуде місце під сонцем. Обпалиться на цим сонцем, якщо не змінить свою тактику. Юля має акробатичне минуле. Вона б могла нас здивувати, якби захотіли. Але обрала інший шлях. О, все? Це все? Це все, так. На гімнастику в дитинстві ходила. І флях, і колесо, і сальтуху я вміла раніше робити. І навіть крестиком вишивати. А зараз... Thank you.
все это было. Но она при этом улыбалась, как-то так, немножко ехидно. Я реально, я старалась себя продать, я делала реверансы. Я розумію, чому такий слабкий номер у Даші. На початку тижня вона ж травмувалася. Але Юля і Катя – це повний провал. Поки що викладачі більшістю виступів розчаровані. Чи зможе хтось змінити їхню думку? Я, коли виходила, чувствувалася принцесою. Потім, коли побачила, немножко крильця та сложила. Ну, думаєш, а, все покажу, на що способна. Думаешь о том, как бы не срыгнуть, как бы не упасть в обморок и как бы не уронить себя и желательно его. Это ж таки страх взорваться. Без страховки. Бачила моя мама, вона б йому термометр в задницю всунула за то, що дочку таку опасності подвергала. Спасибо. Боже! Ну, меня как закрутило, то я в стиральной машинке на 1000 оборотов, серьезно. И я просто закрыла глаза, потому что я понимала, что меня сейчас стошнит. Ой, красиво как. Молодец. Ну так, да, такое, наверное, под пивас было, ну ничего. Я себя чувствовала тися королева, отвечаю. Вот она красиво выходит с номера. Наша очередь, и мы выходим, да, вот, свет, да, в лицо. И чисто, ну, мы вот, в натуре, мы втроем переживали. Вот этот момент, когда ласточку мы делали, я всегда улыбала лицо Карины. Она так тянула эту морду. Ух ты! Розуміти. І Каріна старається. Каріна хороша. Старається. Це ж у них акробатичний номер. Маша приймає це найкраще. Маша дозволила на себе наступити це вперше. Я таке бачу. Браво! Я боялась, щоб все у нас вийшло, щоб Каріна не упала. Це було так стрьомно. Оце так лідерство. Таке лідерство мені подобається. А Каріна? Браво! Нічого. Боже, Каріна! Молодчина. Як вона це зробила? Каріна, улыбайся. Улыбайся, Каріна. Каріна все одно чуть-чуть вплужила. Майже. Ух ти! Маша! Вот этот шпагат. Господи! У меня пульсировать начало все, что может пульсировать. От жопы до глаза. Надо доверять девчатам. Дай открытие. Это открытие, да? Браво! Молодцы, молодцы. Это было дуже красиво. Вообще мы офигенно справились. Мы все, что репетировали, все, что хотели показать, мы показали все. Мы сделали все, мы старались, и учителя кричали «Браво!». Уверен, что мы выиграем. Все. Видишь эту высоту, короче, ты понимаешь, что сейчас будет... Когда меня подняли, мне было уже пофиг, какая там высота, потому что я была счастлива. Страховки! Смогла! Смогла! Молодец!
Я чувствовала себя в центре внимания, вот. Ну, это было приятно. Сама вставать сможешь. Мне там понравилось, там меня никто не трогал. Это невероятное ощущение вообще. Я себя чувствовала счастливой. А я уже очнулась, когда вот это вот он меня спасал, как принцессу. А я стою. Браво! Ну, было приятно, конечно. Класс, молодец. Молодчина. Дуже граційна. Пані Фреймут мне послала сердечко, короче говоря, ей тоже послала сердечко. Но это было приятно очень. Ксения стала приятным сюрпризом вечера. Враження, что она народилася для сцены. Девочки! Это было круто, очень было круто. Яким би піднесеним не був настрій, реальність опускає на землю. От-от почнеться церемонія вигнання. І я розумію, що зараз буде борода, зараз почнуть шпілі-вілі, а потім кому-то білет домой. Весь тиждень ми працювали над граційністю, боролися із незграбністю. Випробовування були дуже складні. Особливо випробовування, коли потрібно було спозувати перед художниками. Валерія, ви мене розчарували. Ну, я не хочу туди йти. От повір мені, це безпечно. Я навіть не хочу перевіряти себе там. Не хотілося чекати від вас вульгарщини, але хотілося бачити вас розкутою красивою дівчиною, якою ви є. Ви не змогли. Це ваш вибір. Ніхто вас за це засуджувати не буде. Ваш виступ сьогоднішній. Ви були скованою. Ви думали про те, як технічно виконати номер. Ну, без страховки, звіньте мене, звісно, було страшно. Страшно було тому, що ви собі не довіряєте. Цього тижня ви були надто емоційною, на межі з істерикою. Да. І ця істерія, можливо, приведе вас до втрати місця у школі панянки. Думаю, давай їдь домой. Карина, я видела первый раз сегодня, когда вы улыбаетесь. Испытание сегодняшнее вам, безусловно, удалось. Вы можете быть более светлой и светиться изнутри. Да. На этой неделе я так отследила и анализирую, что вам помогла вот природная, я бы сказала, ловкость, пластичность, да? Вот то, что у вас есть. Во время испытания язык тела, вот вы же победили свою соперницу. Понравилось вам? Не особо. Почему? Мне как-то, мне неприятно, вот, что стесняюсь. Я не могу, мне стыдно. Такую ситуацию нужно научиться не просто преодолеть, а забыть слово «стесняться». У вас просто внутренний барьер, который мешает вам вообще себя раскрыть. Вы начали боротьбу с комплексами. Я хочу, чтобы вы продолжили так. Хорошо, спасибо. Даша, на всіх заняттях ви були не надто активною. Я хотіла від вас більш барвистої поведінки, рішучі. Давайте цього тижня не будемо вас оцінювати строго через вашу травму. Але на майбутнє я вам бажаю видужати. Дякую. І взяти себе в руки. Буду працювати над собою. Буду питатися, але я все-таки буду сподіватися, що ніяких фізичних особо нагрузок просто не буде. Яна, мені показалось, вам якраз вдалося преодолити свій страх. Ну, не повністю. Мне кажется, все-таки с испытания с мужчиной мне было очень некомфортно, неловко. Если ты будешь ближе ко мне, если мы сократим дистанцию, я не против. Я, может, не считаю нужным там соблазнять, как-то кокетничать, но это не мое. Вы так боитесь быть вульгарными, но только от вас зависит, как вы себя поводите. Мария, ваши усилия, они... вражає цього тижня. Мене вражає ваша згода стати опорою для ваших колежанок. З
це було лідерство у тих проявах, які я від вас чекаю. Тут момент просто поворачивалась і смотрела на реакції других дівчаток. Особенно правої сторони. Виділа недовольство, да, виділа зависть. Але недоліки ваші очевидні. Ви часто себе виправдовуєте, бо надто себе любите. Так. Да. Любити себе потрібно, але і мати долю критики, самокритики і самоіронії до себе теж буде доречно. О, я для себе завжди найкраще. Діна, я знаю, що вам було не просто на цій неділі, і сьогодні в тому числі. Я знаю, що бували різні ситуації зі сторони дівчат. Пронюха прокурила свою голову, я все, посмотри-ка. Не давайте себя в обиду. Научитесь быть жестче в этих ситуациях. Идите вперед. Это робкость, это уже прикрытие, которое вам мешает. Давайте отпор. Когда критика справедливая, я отношусь к ней хорошо. То, что мне сказали, я понимала и так. Діна дуже правильно показала, якою потрібно було бути перед художниками. Ви показали, що таке мистецтво. І інші випробування вам, до речі, цього тижня вдалися. Це був ваш тиждень. Дякую. На следующей неделе хочется показать себе более уверенной, показать, что я способна на то, чтобы бороться. Ксенія, вам так пасує літати? Вам так пасує чути оплески і бути кращою? Ви народжені бути зіркою. Я старалась и хотела пройти это финальное испытание, потому что я понимаю, что всю неделю я провалила. Для меня неделя была тяжелой. Весь тиждень вы были справжньою. А это для нас, коллегами, найважливіше. Я ценю искренность в себе, то, что мне нравится. И это мне понравилось, что они этого мне заметили. Юля, вы были безамбитною, и это страшно. Соглашусь с пани Ольгой, потому что я не ожидала, учитывая все-таки ваши возможности, что вы не захотите проявить себя в этом последнем испытании. Почему? Я старалась проявить себя. Юль, но это выглядело по пути наименьшего сопротивления. Вы не были яркой, вы не были эффектной, вы не преодолели какие-то сложности. Блин, что ты значит не проявляешь себя? А то, что я пошла и сквозь зубы и хочу или не хочу, пошла даже свой насильник сняла. Ну давай, не разводи меня, рисуй, рисуй. Хоч мені так обідно, По суті, амбіцій сьогодні проявлялося у багатьох. От хто мене розчарував, це Катя. Катя, ви відлежалися минулого тижня в армії, тоді як інші боролися, ви підвели вашу команду. Ви відмовилися брати участь у конкурсах мистецтва. Я відмовляюся виконувати завдання. Ви відмовилися демонструвати себе тут, на арені. Ви просто відмовлялися боротися і показувати себе. Это естественно, это все сложно. То есть я не говорю, что это сложно только мне. Сложно каждой из девочек, которые находятся в этих стенах. Якщо ви вже пройшли цю школу, що б зробила я на вашому місці, я би боролась до кінця, до крові. Якщо я прийшла кудись, тоді я буду перемагати. Пані Фреймут не була в нашій шкурі, вона тут не знаходилась. Я думаю, наблюдаю зі сторони за чим-то, не можна в повній мірі оцінити трудність тої чи іної речі. Ви втікаєте від труднощів, від виклику, від челенджу, так, як втікали колись від ваших однокласників і від їхніх насмішок. Мені хотілося бачити вас сильну дівчину. Наверное, это правда. Просто я предпочитаю уходить от проблем, решение которых принесет мне гораздо больше проблем новых. Отже, час підсумків.
найгіршими цього тижня себе продемонстрували. Юля. У мене серце живе, понимаешь, реально. І думаю, як на мене на виліт, блін. І Катя. Я дуже сильно боялась. Юля, ви номіновані, тому що ви були дівчиною без амбіцій цього тижня. Хоча я знаю, що ви маєте мотивацію перемогти. І я бачу у вас панянку. У мене брошка впала. Ви розумієте, що ви можете втратити місце в школі? Ну, я не хочу втратити. Я не собираюсь домой. И я это говорила, что я не хочу терять это место в школе. Катя, вы сдалися. И вы сдалися, Юля. Ничего я не сдавалася. Юля и Катя. Цей вибір буде складним. Можливо, мене ви засудите, дівчата, і засудять мене глядачки. Думаю, ну все, Поляша, наверное, білет Київ-Мелітополь обеспечен. Бо вона оставить, ну, Поляшу ні за що виганять. Я вирішила. І це не підлягає ніяким компромісам і сумнівам. Школу панянки назавжди покидає. Катерина. До побачення. До побачення, Катя. Пока, ботан. Пока, ботан. Все, давай. Там еще попутчился. Ботан, мне твоих сказок все, не будет хватать. Не хватает. А стихов? Когда, выпив снотворное громкого дня, сонный город ложится под сумрачный плед, он выходит искать ту, которой с ним нет. На самом деле, ой, спасибо вам большое. Вот теперь гораздо лучше на 300%. Свечи! А теперь нас десятка. Дивіться наступного тижня. Свої навики прибирання вони тренуватимуть на звалищі. Фу, як воно воняє. Ай, який ужас! Та й ч**! Куди йди? Ну, ее спасение, что охрана прибежала. Почему я не имею права им отвечать так же, как они со мной обращаются? Я не люблю такие методы воспитания. Давайте приветствуем молодят обласком. Бей посуду, я плачу. Маша упала.